Шинник опустился на две ступеньки и занимает 7-е место в чемпионате ФНЛ. Накануне ярославцы проиграли дома армейцам из Хабаровска 1-2. Причем оба мяча в ворота Шинника гости забили в первом тайме. Александр Побегалов отметил, что тогда у его команды ничего не получилось. А отыграть два мяча у хорошо организованной «СКА-энергии» сложно. Потеряв 3 очка в чемпионате, Шинник готовится к выступлению в Кубке России. Эти матчи – игры на вылет. 1 сентября в Кубке России ярославцы встретятся на выезде с подмосковными «Химками».